этим народом. Твое имя есть крепкая башня. И мы сегодня, Господь, можем укрыться в Тебе. Весь Твой народ, весь Твой город, Господь, уповает только на Тебя, Иисус. И мы просим Тебя, Господь, яви Ты сегодня свою милость. Только Ты можешь явить, Господь, свою милость и свою любовь. Oh,
Драгоценный Святой Дух, мы сегодня открыты перед Тобой. Мы просим Тебя, наполни нас Твоей жизнью. Зажги свой свет. Преобрази, Господь, нас обновлением нашего ума. Помоги нам, Господь, возрасти в познании Тебя, Бога живого, святого, всемогущего и великого. Наполни нас, Господь, откровением, познание Тебя. Боже, молю Тебя, благослови нас. Да придет наша жизнь, Дух Богоискания. Да придет, Господь, нашу душу, Твой мир, Твой шалом. Молю Тебя, Святой Дух, поведи нас сегодня в глубины Твоего присутствия. Поведи нас сегодня, Господь, за границы нашего представления, понимания, в то великое и недоступное, чего мы еще не знаем. Приведи нас, Господь, на место, уготованное Тобой, где все возможно, где дьявол побежден, где небеса открыты. Я молю Тебя, Боже, благослови сегодня Твой святой народ. Ты сказал, что держишь нас за правую руку. Боже, веди нас, Господь. И Ты сказал, что никто нас не похитит из Твоей руки. Благослови нас, Боже. Во имя Иисуса мы ожидаем, Господь, Твоего движения в нашей жизни. Мы ожидаем Твоей силы на разрушение дел дьявола. Боже, помоги нам устоять в обстоятельствах, в трудностях. Помоги нам быть победителями каждый день нашей жизни. Оставаться в вере. Идти путями жизни. Во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, каждого, кто сегодня ослабел. Ты сказал, что уповающийся на Тебя, надеющийся на Тебя, обновится в силе. И поэтому сегодня я молю Тебя, обнови нас в силе. Помоги нам поднять крылья, как орлы, потечь и не устать, пойти и не утомиться. Боже, молю Тебя, благослови, чтобы Твой народ, Господь, был как стражи, поставленный на стенах города, которые возвещают Твою правду, возвещают Твои обетования. Стоят, Господь, как защитники в духовном мире. Боже, слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Мы сегодня провозглашаем благословение для нашей страны. Мы благословляем Украину. Аллилуйя! Мы благословляем наш народ. Во имя Иисуса Христа, благословением праведных возвышается город. Благословением праведных возвышается страна. Во имя Иисуса мы сегодня возвышаем нашу страну. Мы возвышаем наш город. Во имя Иисуса Христа мы говорим конец проклятиям. Мы говорим конец беззакониям. Конец грехам. Конец тьме в нашей стране, в нашем городе. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем истинную свободу через познание Слова живого Бога. Через познание истины мы провозглашаем благословение. Благословение. Благословение в нашу страну. Аллилуйя! Время перемен. Время явления славы Божьей. Сегодня, в эти дни, Господь, все это изменится. Во славу Твою, Господь! Аллилуйя! Вступись, Господь, за Твой народ! Вступись за Украину! И благослови нас! Аллилуйя! Помнишь? Я вина Господь, помилуй.
Боже, Ты сказал, что народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И народу, находящемуся в темнице, Ты провозгласил освобождение. Сегодня Дух Святой на этой земле. Там, где тьма, там, где беззаконие, там, где неустройство, там, где разруха, приходит жизнь, приходит исцеление, приходит свет. Аллилуйя! Куда приходишь ты, все меняется, Иисус. И мы молим Тебя сегодня, войди в каждое сердце в нашей стране, каждому человеку, да придет мир. Шалом, шалом, мир Божий для Украины. Шалом на Украину, аллилуйя. Мир Божий на Украину. Исцеление нашей земли, освобождение нашей нации от всякого рабства, греха и смерти, от всякого беззакония. Исцеление. Благослови Твой святой народ. Ты сказал, что суд начинается с народа Божьего. И я прошу Тебя, Боже, помилуй нас, как свой народ, как своих детей, как свою церковь. Очисть и освети каждого из нас. Освободи нас сегодня, Господь, от всякого рабства. Во имя Иисуса, чтобы мы всегда были, как пламенеющий огонь. Чтобы мы всегда, Господь, ревновали о Твоем царстве. Чтобы мы всегда искали Твоего лица. Чтобы мы не становились на путь беззаконным, на пути грешным. Я молю Тебя, Боже, благослови. Дай нам сегодня пересмотреть свою духовную жизнь и утвердиться на путях Твоей правды. Чтобы нам сегодня, Господь, повернуть свое лицо к Тебе и всегда видеть Тебя перед собой. Всегда идти за Тобой. Слыша Твой голос, и мы всегда придем к злачной пажите и к водам тихим, и найдем ответы на свои вопросы. Во имя Иисуса я молю Тебя, Боже, благослови, благослови. Во имя Иисуса Христа мы нуждаемся в Тебе, Господь, сегодня. Сегодня Твой день, день перемен, день Твоей славы. Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся Тебе и превозносим, и величаем живого Бога, Творца неба и земли, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу!